искать 100 долларов от Орел и Решки. 100 долларов? Нет, 100 евро. Орел и Решка, наша любимая передача Орел и Решка, они по разным интересным местам путешествуют. И для Антона прячут 100 евро или 100 долларов. Антон уже где ты? В Майами уже нашел однажды, да? Но я нашла другие 100 долларов. На этой? А ты здание узнал напротив? Я знаю. Антош, посмотри на меня. Посмотри на меня. Кто прятал бутылку, помнишь? Как зовут? Не знаю. Забыл. Лен, ты помнишь, кто бутылку прятал? Я вообще с вами не помню. Почему только папа Настю знает? Папе, ты знаешь Настю. Папе нравится. Тебе Настя нравится? Папе нравится Настя, Сиси и папа. Вот Настя посмотрит и очень удивится. Ревнивая жена. Почему ревнивая? Я же не запрещаю тебе смотреть. Антош, иди сюда. Иди сюда, Тош. Вон, смотри, тоже ищут. Смотри, тоже ищут. Ну что ты, папа, не застрял? Антош, вспоминай. Она на фоне, камеры ее снимали на фоне реки. Ты еще сказал, вот желтый дом на фоне. То есть, ага, Осторожно, осторожно, там вода. Купаться не хочешь? Что, там есть, что ли? Не может быть. Мы нашли! Пока бутылка. Не может быть. Дай посмотрю. Дай посмотрю. Что, правда? И в этот раз мы заберем 100 долларов. А может, оставим другим искателям? Нет, мы заберем. Может, оставим другим? Нет, заберем. А что будем делать с евро? Купить еще один свитч. Купить еще таблетки. Ну ладно, пойдем на ужин тогда, да? Наверное, Антон нас... Нет, у нас два! Антон нас поведет на ужин сегодня? Нет, у нас два было! Два чего было у нас? Смотри, как крепко держит. Я боюсь, что... А зачем? Я покажу, где... Сперва на мост нужно залезть. Ну да, это Pont de Sully, или французы произносят de Sully, наверное, рядом с Notre-Dame de Paris, с побором Парижской Богоматери. А это Сена. Антош, иди сюда, солнышко.